В рубрике «Мобильный репортер» мы покажем кадры, присланные нашими телезрителями, которые они сняли в минувшие выходные. Во всех храмах Видновского благочиния прошли праздничные службы. В субботу верующие шли в церковь, чтобы осветить пасхальные куличи и яйца. Так и Екатерининский монастырь посетили не только местные жители. Сюда приезжали со всех уголков района. На столах не было свободных мест, так много различной снеди приносили прихожане. Ритуал освящения проходил довольно быстро, потому как поток людей не иссякал до самого вечера. А в ночь в субботу на воскресенье народ вновь потянулся в храмы, чтобы принять участие в крестном ходе и торжественной литургии, которая посвящена ключевому событию христианской истории – воскрешению Иисуса Христа. Даже незнакомые люди в этот день приветствовали друг друга словами «Христос воскресе» и слышали в ответ «Воистину воскресе». Ведь Пасха – самый радостный и светлый праздник для христиан, праздник победы жизни над смертью, праздник возрождения всего доброго.